Доброе утро, Маша. Ты не поверишь, я нашел формулу. Антивещество. Оно позволит нам долететь до Луны за 5 минут. Долететь до Луны за 5 минут? Я слышу, это уже 2 года. Материя, вещество. Надоело. Все знают, что при любом взаимодействии с материальным миром антиматерия мгновенно вступает в жесткую реакцию, и они взаимоуничтожают друг друга. А если добавить чуть-чуть магнитного поля и увеличить колебания ядра, то тогда получится... Я в последний раз увеличила колебания своего ядра. Между прочим, о нашем магнитном поле я вообще молчу. Да что с тобой? Я же ученый! Ты сумасшедший, Антон! Да я практически завершил работу. Мне не хватает самой малости. Мозгов тебе не хватает. Ты куда вообще собралась? Там, где найдут мою формулу счастья. Мусор возьми. Мусор? Да вот тебе мусор. Пойдет? И если ты не поменяешь направление своего вектора, от тебя разбегутся даже самые элементарные частички. Маша была права. Мы всегда находим то, что ищем. Только правильно надо направить силу вектора. Нашел. В принципе, наша жизнь ничем не отличается от жизни элементарных частиц. Вот оно. Нужно было просто изменить направление вектора.